Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». У Volvo XC 91 поколения много поклонников, потому что эта машина доказала свою надежность. А вот когда вышла XC 92 поколения, то все были шокированы ее двухлитровой сущностью. Да, сложные электронные компоненты напрягали, но справедливы ли эти опасения сейчас? Мы обо всем подробно расскажем в разборе косяков и болячек Volvo XC 92 поколения. Встречаем! Volvo XC 92 поколения выпускается с 2015 года. Эта машина сразу стала довольно популярной, так как ее предшественники и младшие братья зарекомендовали себя как надежные автомобили. Правда, с ними у XC90 не было ничего общего. Этот кроссовер построен на новейшей масштабируемой платформе SPA. Наверное, из старого и общего осталось только муфтахалдек с пятого поколения. Прошло уже буквально 9 лет с начала продажи этой машины. И Volvo XC 92 поколения, естественно, дешевеет на вторичном рынке, потому что эти машины пробежали тысячи километров. Они еще обзавелись определенной репутацией. Сразу скажем, что все хорошо и надежно. Но первые экземпляры этих автомобилей, которые были выпущены в 2015-2016 году, были откровенно сыроваты и частенько отправлялись к дилерам на гарантийный ремонт. Хотя некоторые Volvo XC 92 поколения реально кошмарили и доводили своих владельцев до белого коленя. В том случае, если дилер откровенно забивал на клиента. Ну и сразу скажем, что вот эта вот красотка на данный момент продается. Ссылочка на объявление будет в описании к этому ролику. Поторопитесь. Немало жалоб клиентов поступало и поступает в адрес передней оптики. Фары потеют, и влага в них попадает через трещины в плафонах, и тогда вода в них скапливается в больших количествах. Все запотевшие фары меняли по гарантии. Сегодня же это все стало хлопотами владельца. Если испарина небольшая, то можно не беспокоиться. Ограничители дверей нередко начинают щелкать уже на пятилетних машинах. Оригинальные стоят по $85. Заменителей нет, но, скорее всего, скоро появится ремкомплект. В морозную погоду на этих автомобилях замерзают замки задних дверей. То есть они либо не закрываются, либо не открываются. И для решения этой проблемы инженеры Volvo предложили силиконовые чехлы для замков. По оригиналу они стоят по $60 штука. И устанавливать их надо непосредственно на сам замок. То есть надо снимать дверную карту. Но, к слову, владелец этой машины сказал, что устанавливал такие чехлы на замки, и проблема не решилась. Ну, а теперь про интерьер. Интерьер у Volvo шикарный. Добро пожаловать в салон. К сожалению, следы эксплуатации на коже часто появлялись уже к пробегу в 100 тысяч километров. Конечно, многое зависит от ухода за кожей, но обычно места контакта с телами пассажиров быстро теряют нарядный внешний вид. В последнее время все чаще на этих автомобилях начал ломаться каркас переднего сиденья. Он лопается у поперечины с левой стороны. После этого кресло начинает качаться, проваливаясь на передний левый угол. Приходится снимать кресло и подваривать каркас. Кнопки рулевого колеса на XC90, так же как и на V90, меняли по гарантии. Но на сегодняшний день проще купить рулевое колесо на разборке без подушки безопасности и переставить кнопки оттуда. Владельцам всех Volvo на платформе SPA стоит знать, что мокрый ковролин под ногами водителя и под водительским креслом – это к беде. Дело в том, что вода появляется от налипшего снега на правую подошву ботинка водителя. Этот снег тает и стекает по педали газа на ковролин. Резиновый коврик тут не помогает. Вся эта влага под ковролином приводит к коррозии блока Brandmauer OFM. Из-за окислений контактов в его разъеме происходят самые нереальные глюки. Например, двигатель Volvo невозможно заглушить. А хуже всего, что если коррозия действительно сильно поразит этот блок, то решение вопроса – это пару тысяч долларов.
Ну, а сейчас поговорим о двигателях, но для начала расскажем вам интересный эксплуатационный момент. Инженеры Volvo придумали, что уровень масла в этих машинах надо проверять с помощью диагностического сканера. И при этом уровень масла можно проверить в мультимедийной системе, то есть в сервисном меню, но там уровень достаточно приблизительный. В целом же в дизельный мотор Volvo XC 92 поколения надо заливать 5,2 литра масла, в бензиновый 5,9. Масло для этих моторов одинаковое, вязкостью 0W20 с допуском, который вы видите на экране. Ну что, поехали! Все версии Volvo XC 92 поколения оснащались битурбодизелем 4-цилиндровым, который мы очень подробно разобрали в нашем разборе, а также упоминали в нем в обзоре на Volvo V90. Это хороший и надежный двигатель. У него ременной привод ГРМ, который надо менять раз в 120 тысяч километров, либо же раз в 5 лет, хотя изначально интервал был вдвое больше. Но есть случаи реальные обрыва заводского ремня ГРМ. Ну, также были некоторые замены патрубков. Но, в общем, после 2017 года этот двигатель по мелочам не беспокоит. Однако, если у вас Volvo XC 92 поколения или вы хотите приобрести такой автомобиль, обязательно обращайте внимание на утечки масла. К пробегу в 150 тысяч километров у двигателей дизельных течет бессовестно масло по клапанной крышке. И дело вовсе может быть не в прокладке. Придется покупать новую такую крышку. Оригинал стоит $300. При такой замене стоит очистить впускной коллектор. Максимальный слой шубы из гуталиной сажи будет вокруг вихревых заслонок. И это приводит к подклиниванию заслонок, а также к проворачиванию их оси в пластике. После этого заслонки болтаются сами по себе. Как правило, они не лопаются и не улетают в сторону клапанов. Следы масляных запотеваний раз в 100-150 тысяч километров вы найдете по всему впускному тракту. Обычно дубеют уплотнительные кольца между патрубками. Их просто стоит заменить. Первые годы выпуска наблюдалась проблема с рассоединением патрубков до и после интеркулера. В этом виноваты слабенькие пружинные быстросъемные соединения, которые заменили хомуты. Но все равно такой неприятности можно ожидать раз в 200 тысяч километров. Лечится проблема заменой конкретных слетевших патрубков. Расположенный после турбин пластиковый патрубок-резонатор имеет свойство трескаться к пробегу в 200 тысяч километров. Стоимость нового $200, но есть на разборках предложение поэкономичнее. Поэтому обязательно позвоните в «АвтоСтронг». Дрожь дизельного двигателя Volvo XC 92 поколения может быть вызвана подклиниванием клапана EGR. И, кстати, еще в системе EGR лопается трубка по фланцу. А у самых мощных версий с Power Pulse есть проблема с трубкой, которая выбрасывает воздух в выпускной коллектор для раскрутки турбин. В общем, все вот эти вот неприятности, включая демпферный шкив, вы можете увидеть в нашем подробнейшем обзоре двигателя D4204T. Кстати, тот двигатель пробежал 410 тысяч километров и погиб от разгильдяйства владельца. У Volvo XC 92 поколения бензиновый двигатель тоже один, двухлитровый. У версии Т5 одна турбина, а у версии Т6 турбина в паре с приводным винтовым нагнетателем. У нас, кстати, Т6 мощностью 320 лошадиных сил. Есть еще подключаемый гибрид, именуемый Т8 Twin Engine, а позднее Recharge. У такой версии в подрамнике задней оси установлен электромотор. Сразу пару слов о нем скажем, потому что с электромотором есть проблемы. Volvo увеличила на него гарантию до 5 лет и меняет без всяких проблем. А вот бензиновый двигатель ведет себя отлично. В отличие от дизельного, вы вряд ли будете бороться с утечками масла из-под прокладок и по впускным патрубкам. Интервал замены ремня ГРМ тоже стоит сократить до 100 тысяч километров или раз в 5 лет, особенно если вы покупаете не оригинал, пусть и качественный. Эти моторы не склонны поедать масло, однако владельцы Volvo XC 92 поколения, которые были выпущены в 2015-16 годах, жалуются на жор масла. В Европе
Неудивительно, потому что сервисный интервал этих моторов там 20 тысяч километров. И есть вопросы к маслосъемным кольцам. А вот у моторов с 2017 года маслосъемные кольца наборные. Их расширитель прекрасно пропускает масло к сливным отверстиям и не закоксовывается. После пробега в 200 тысяч километров могут появиться пропуски зажигания, а также ошибки по топливной смеси. И виновником будут изношенные форсунки. Одна форсунка новая для этого двигателя стоит $330. А у версии Т6 может запотеть нагнетатель. Тогда его надо снимать и менять прокладки корпуса. Маслоуловитель с клапаном вентиляции Картер для этих моторов китайский стоит $75, оригинальный стоит $300. Есть также дешевые решения, это мембрана самого клапана. Так вот, его нужно менять, если появился свист воздуха через мембрану, а также свист воздуха через сальники коленвала. То есть разрежение в картере такое, что воздух всасывает через сальники. В отличие от дизельных двигателей, на бензиновых трудится электрическая помпа. На сегодняшний день она подорожала до $1100, но есть заменитель за $300. Впервые на этих моторах дилеры по гарантии меняли помпу, то есть до пробега в 100 тысяч километров. И до сих пор с помпами проблем нет. Будем надеяться, что помпа служит более 200 тысяч километров. У этой Volvo с КПП полный порядок. Восьмиступенчатый Асин ТГ-81СЦ пройдет 400 тысяч километров, а жизнь ему продлит частичная замена масла каждые 50 тысяч километров. Можно слить 4 литра и залить АТФ типа Toyota WS. И напоминаем, что в данный момент вот эта вот машинка продается. Ссылочка на нее будет в описании. Также напоминаем вам, что помимо отличных БУ запчастей в автостронге есть абсолютно новые запчасти и технические жидкости. А также у нас есть подразделение мотостронг. Мы сами привозим отличные байки из Европы, продаем мотоциклы по отличным ценам и с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл? Обязательно в мотостронг. Ссылочки тоже в описании. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Платформа у Volvo XC90 второго поколения точно такая же, как у Volvo V90, которую мы недавно обозревали. Поэтому и проблемы тут, в принципе, одинаковые. Под капотом есть маленький аккумулятор емкостью 12 ампер-час. Так вот, когда он разряжается, то появляется ошибка по электроусилителю. Но частенько проблема не в самом аккумуляторе, а в окисленных клеммах. Поэтому надо убрать окисление с клемм и защитить их от окисления. Обгонная муфта генератора дорогая, порядка $260, но заменитель есть за 35. По весне на многих таких Volvo обнаруживается пустой контур кондиционера, то есть система климат-контроля перестает выдавать холод, а причина в завальцовке шланга. Увидеть ее можно под генератором. Новый такой шланг стоит $150, но есть мастерские, которые могут изготовить добротный аналог подешевле. Как уже отмечалось, что муфта подключения задней оси на XC90 второго поколения, как и на многих Volvo, на старой платформе Haldex пятого поколения нуждается в замене масла каждые 40 тысяч километров. Для этого надо снять электронасос и почистить пластиковый фильтр маслозаборник. Все запчасти для восстановления муфты Haldex есть в наличии. Сегодня она полностью ремонтопригодная, но с ремонтом сталкиваются после 250 тысяч километров. Угольные щетки электромотора больше не выдерживают. На самых старых Volvo может обнаружиться люфт в угловом редукторе. Так вот, его надо осматривать при каждом обслуживании. И, скорее всего, там, опять же, обнаружатся течи масла по сальникам редуктора, особенно
по правому переднему приводу. Гул и щелчки в редукторе тоже говорят о том, что он неважно пережил эксплуатацию. Масло в переднем редукторе можно и нужно менять, но никакого регламента по этому поводу нет. Сливается масло через боковую пробку и заливается туда же. Подвеска у Volvo XC90 достаточно выносливая, если не мучить ее откровенно разбитыми дорогами, бордюрами и внедорожными приключениями. Рычаги в порядке, а именно сайлентблоки и шаровые опоры выхаживают примерно 120-150 тысяч километров. У всех Volvo на платформе SPA передняя подвеска двухрычажная. Верхний рычаг тут обычно служит меньше, чем нижний. Его приходится менять из-за люфта шаровой, которая отдельно не продается ни в каком виде. Новый оригинальный верхний рычаг стоит до $170. Нижний рычаг гораздо дороже, около $340. Его шаровые сайлентблоки выхаживают более 200 тысяч километров. Стойки стабилизатора тоже отлично служат. Примерно 80 тысяч километров выхаживают оригинальные. Оригинальные стоят по 130 долларов, но есть не оригинал, в среднем по 20. Ну а задняя подвеска у Volvo XC 92 поколения служит без проблем. Volvo XC 92 поколения опционально оснащалась пневмоподвеской, и в этом случае там нету вот этой вот вечной детали, композитной рессоры, а на нижний рычаг опирается огромный такой здоровенный пневмобаллон, который прикрыт пластиковой гофрой. И с пневмоподвеской у этих машин вообще никаких проблем нет. А, кстати, некоторые специальные сервисы предлагают обслуживание блока клапанов с нанесением специального антифриза для пневмосистем. Без такой простой меры блок клапанов может замерзнуть зимой. Что чаще всего требует внимания в ходовой части Volvo XC90 второго поколения, так это тормозные колодки. Задние ходят примерно 30 тысяч километров, стоят $110 за оригинал, не оригинал, в два раза дешевле. Передние стоят $180, а выхаживают 40 тысяч километров. А если Volvo XC 92 поколения эксплуатируется в основном по трассам, то колодки могут выдержать и 80 тысяч километров. Если на приборной панели Volvo XC 92 поколения загорится ошибка о неисправности стояночного тормоза, то тогда надо прочитать эту ошибку и узнать, с какой же стороны не работает этот привод. И затем взять, размотать оплетку жгута проводов, которые идут к сервоприводу, и, скорее всего, будет обрыв одного из проводов. И, скорее всего, это будет возле электрического разъема. Ну что, спустя 9 лет с начала продаж надежность Volvo XC 92 поколения кажется вполне достойной. Это действительно ресурсный и надежный автомобиль, не капризный. Но обслуживать его надо на профильных сервисах. И, кстати, эта машина сейчас на данный момент продается. Ссылочка будет в описании к этому ролику. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».